The second largest Soviet republic, the Ukraine, today declared its independence. Thousands of Ukrainians jammed the streets of Kiev Monday, celebrating their newfound freedom. President Gorbachev has indicated that he will not stop republics wanting to leave the Union. Because Americans are so free to dream, we feel a special kinship with those who dream of being free. The tension between Russia and the Ukraine relates to more than just politics. The Soviet Union's two most important republics now openly mistrust each other. You and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century, the historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union, and the liberation of its peoples. In 1989, the leadership of the United States is closely monitoring what's going on in the Soviet Union. And indeed, something extraordinary is transpiring. The all-powerful Communist Party is rapidly losing control. Red hammer and sickle flags are fluttering in the wind. New concepts of governance are gaining strength. And the further one goes from Moscow, the stronger these ideas are felt. It has been a privilege to know Ukraine through the men and the women that made its history. Ukraine is an incredibly beautiful and fascinating country with a strategic geopolitical position. I was truly honored to get to know it through its remarkable people. I believe that Ukraine's real independence will lead to a great future. How popular was the idea of Ukraine's independence among the workers, intelligentsia, and high people of your level? Ми скоріше були такими технократами, і ми зовсім не думали про політику. Єдине, що нас так трошки, ну, скажімо так, привернуло увагу, це коли нам міська влада доручила демонтувати пам'ятник Леніну на центральній площі міста Києва. Так сталося, що ми його свого часу монтували там, а тепер нам дали команду і письмове рішення міськради про те, що треба його демонтувати. Тоді ми задумались. Киян ще, ну, все-таки цікавило те, що багато людей приїжджало з Західної України. Вони ходили по вулицям, носили жовто-блакитні прапори і співали українські пісень. І це, ви знаєте, це такий створював такий фон, якийсь фон, що будуть зміни, і ми відчували, що зміни вже от-от вони будуть. Yekanurov witnessed firsthand these activities of the first non-communist political movement, the People's Movement of Ukraine, a force uniting both supporters of moderate reforms as well as nationalists, and they're openly discussing Ukraine's exit from the USSR. І щоб було сильно, це не була партія. Це громадська ініціатива була. І ця громадська ініціатива могла до себе приваблювати людей різних політичних сил. І це великий конструктивний був плюс. How was your reaction when nationalists from the people movements of Ukraine emerged? По-перше, створення народного руху в Україні було підтримано Компартією України. Ось який рух називався Народний рух за перебудову. Я був керівником партійного апарату, як перший секретар Компартії.
На той час секретар ЦК Кравчук, пізніше він був головою парламенту і президентом, говорив про те, що треба тримати лінію таку, яка, тому що рух в контакті був із Саюдісом, прибалтійськими організаціями, відповідними громадськими організаціями, його розвиток в Україні не варто допускати. Хоч створювався рух у спілці письменників України, і оця його назва «За перебудову» відповідала нібито засадам програмним партії. Я, відповідно, послухавши керівника ЦК, провожу нараду свого активу, це більше 200 чоловік, розповідаю про ці речі. Ввечері вмикаю телевізор і дивлюся той же Кравчук із Іваном Дрищем і другими представниками руху, говорить протилежні речі. Ну, це, до речі, один із прикладів позиції керівників на той час. І це викликало в суспільстві, знаєте, такі різні думки, різні течії і таке почуття невизначеності. Якщо додати до того, що абсолютно безглузде управління в Москві, то тоді зрозуміло, що суб'єктивні підстави для суверенітету, для виходу країн республіки з Союзу були вже на той час обумовлені. Since 1986, you have held a different position in executive branch of Dnipropetrovsk. At which point you started to realize that the idea of separation from the USSR started to take place in people's minds? Хочу сказати, що ощущение, що тоді Україна буде відділятися від Совєтського Союзу, абсолютно не було. Вона з'явилася гораздо позже. З'явився рух вже, почало активне движение. И появился тот же Демблок, они соединялись и начали работать против, будем говорить, существующей власти. During this period, Leonid Kravchuk rose to the political foreground. He held the important post of chairman of the parliament of the Supreme Soviet of Soviet Ukraine. Леонид Кравчук представлял старую власть, а большинство было как раз в Верховном Совете именно старой власти. Поэтому если бы он уже начал инициировать декларацию о державном суверенитете, он бы его не избрали руководителем Верховной Рады. После того, как избрали, там через некоторое время он уже начал дальше двигаться и инициировать ускорение процесса принятия декларации, а потом и голосование за независимость Украины. Леонид Кравчук was born January 10, 1934. He graduated from the University of Kyiv with a degree in political economy. From 1964 to 1989, he climbed the career ladder from that of an ordinary worker to the head of the ideological department of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine. From 1990, he was a member of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. He eventually achieved the position of chairman of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR. In 1990, activists from the People's Movement visited the USA and met with representatives of the US administration, including Pentagon chief Dick Cheney. People's Movement leaflets began appearing in Ukraine, stating that the Republic was providing food for all of Russia, and that secession from the USSR would transform Ukraine into a country as prosperous as France. In the context of the USSR's long-standing economic crisis, such claims had a significant effect on society. The People's Movement of Ukraine was rapidly moving in a more nationalistic direction. It entered parliament as a force in opposition to the Communist Party. In its charter, one of the goals was the withdrawal of Ukraine from the USSR. They were spreading leaflets saying that Ukraine was going to become a second France. Да. Ну, я тоже бережно храню вот эти листовки руха 1991 года. Но сейчас мы ведь видим, что это были чисто пропагандистские материалы, целью которых было все же отделение Украины от Советского Союза. История пропаганды – это создание мифов, голосование за мифы, которые не существуют. А в 90-м году, в 91-м году украинскому народу обещали красивую жизнь, самостоятельность, независимость. И людей опять обманули очередной раз. In July 1990, Ukraine, following Russia,
adopted the Declaration of State Sovereignty. March 17, 1991, there's a referendum in Ukraine on the future of the Soviet Union. It includes two questions. One, do you consider the preservation of the Union of Soviet Socialist Republics as a renewed federation of equal sovereign republics in which the rights and freedoms of an individual of any ethnicity will be fully guaranteed necessary? Two, do you agree that Ukraine should remain a part of a union of Soviet sovereign states on the basis of the Declaration of State Sovereignty of Ukraine? Despite a strong campaign to secede by the People's Movement, 80% of Ukrainians voted for the preservation of the USSR. Подавляюще число предприятий, в тому числі, прежде всего, оборонного комплекса, вони були зв'язані з Росією дуже тісно, дуже тісно. Це совместні проекти, довгосрочні, ракетна технічна, металургія, хімія і багато другого. Їх невозможно було розірвати. Поэтому люди понимали, що вони можуть потеряти роботу, закази, і поэтому вони, звісно, держались так от, будемо говорити, дуже дружно. How did you vote at the referendum of 1990s about the preservation of the USSR? Я особисто голосував за те, щоб зберегти. In early August of 1991, US President George H.W. Bush visited the USSR. After meetings with Gorbachev in Moscow, he traveled to Kyiv, where he delivered a speech in front of the deputies of the Supreme Soviet. When Americans talk of freedom, we refer to people's ability to live without fear of government intrusion, without fear of harassment by their fellow citizens, without restricting others' freedom. And yet freedom is not the same as independence. Americans will not support those who seek independence in order to replace a far-off tyranny with a local despotism. They will not aid those who promote a suicidal nationalism based upon ethnic hatred. And may I simply say, may God bless the people of Ukraine. Thank you very, very much. Коли його, ми вже прийняли декларацію про державний суверенітет, і депутати із залу сесійного зверталися до нього. Ну, ви ж можете з нами спілкуватися, як із країною незалежною. Ми незалежні, ми вже ухвалили декларацію. Здається, Сергій Голова ти виступав тоді. На що президент Буш сказав, що ми можемо ставитися сьогодні до України приблизно так, як до Квебеку у Канаді. І розуміючи небезпеку для суверенності Канади, виходу Квебека, хоч ці тенденції там спостерігалися, він тут сказав, що треба триматися гурту, триматися Союзу. But President Bush was not being entirely sincere. Immediately after the outbreak of the Cold War, the United States actively supported Ukrainian nationalist organizations. The United States gave refuge to Ukrainian nationalists who had committed war crimes during the Second World War. In 1959, U.S. President Dwight Eisenhower signed the Captive Nations Act 8690, which declared that the independence of oppressed peoples is in the vital interest of the United States, and Ukraine stands out as one of the main victims. In 1988, the 1000th anniversary of the baptism of Rus is solemnly observed in the USSR. As part of his new political thinking, Mikhail Gorbachev invites US President Ronald Reagan to Moscow for the occasion. Reagan rejected this offer. His reason for refusal was his objection to the USSR's policy towards the Greek Catholic Uniate Church and the Orthodox autocephalous churches. There was no doubt that such a step did not go unnoticed in Ukraine.
August 19th, 1991. The August coup in Moscow. Дамы и господа, друзья, товарищи. Gorbachev was removed from power. Most of the regional leaders in Ukraine supported the initiators of the coup, the State Committee on the State Emergency. Leonid Kravchuk took a wait-and-see attitude without issuing any strong statements. 2 days later, the coup attempt failed. Kravchuk then pushed the Declaration of State Independence in the Supreme Soviet. Ідея незалежності, ідея суверенітету була привнесена в суспільну свідомість якраз представниками руху і іншими і депутатами, і політиками. До певного часу це сприймалося мало не фантастикою. Я навіть брав участь у підготовці тексту. Правда в тому, що я на той час сам створив і очолював більшість у парламенті. This is the third declaration of independence of Ukraine in its history. The first happened in 1918, when two Ukrainian states were formed in what is now present-day Ukraine. The Ukrainian Soviet Socialist Republic, with its center in Kharkiv, and the Ukrainian People's Republic, centered in Kyiv, which was quickly replaced by the dictatorship of Hetman Skoropadsky, and which was restored by Directorate member Simon Petliura. From the very beginning, we see two trends emerging. A course towards an alliance with the West, in this case with Germany and Poland, that of the Ukrainian People's Republic, Skoropadsky Directory, and B, that of a federation with Russia, the Ukrainian SSR. As a result of the civil war and complete disinterest in Ukraine on the part of the West, the Ukrainian People's Republic lost. It ceased to exist, although members of it remained as a government in exile. The second declaration of independence took place in Lviv in June 1941. Yaroslav Stetsko, a leader of the pro-Hitler Organization of Ukrainian Nationalists, proclaimed a Ukrainian state and allied it with Nazi Germany. Дуже штрих характерний, який пояснює ситуацію того часу в Україні. Акт про незалежність розпочинався із славослів'я на адресу Бориса Єльцина. Сьогодні, коли зустрічаються ті, хто мав причетність до ухвалення акту про незалежність, починаються розмови про історичні там здобутки тих, хто боровся за незалежність і так далі, і так далі. Обходиться увагою ситуація, яка була тоді в Москві. І їм незручно, що я тут присутній, і запитую, чекайте, а чого ж ви не починали писати акт про незалежність із славослів'я Єльцину? Ми вийшли з кабінету голови парламенту Кравчука, і там біля, там називається придбанник такий, круглий зал. Ще раз подивилися текст, я попросив, давайте викинемо ці слова про Єльцина, бо пройде небагато часу, будемо соромитися, що до такого історичного документу долучили прізвище, ну, не зовсім достойної людини. І сьогодні, коли дають оцінку тим подіям, то все-таки треба виходити з формули. Я переконаний, вона абсолютна. Незалежність України стала наслідком розвалу Союзу. Я в той час вже більше став спілкуватися з людьми такого демократичного спрямування, оскільки я внук людини, яку в 37-му році вислали до Сибіру з Житомирської області, то я це сприйняв дуже позитивно, ці зміни, які так відчувалися в повітрі. In September 1991, Kravchuk traveled to the United States seeking support for Ukrainian independence. In Ukraine, a campaign for an actual secession from the USSR began to unfold. Amid a rapidly deteriorating economic situation, sentiment was that the Republic was able to fully provide for itself and that the Soviet Union was simply a heavy burden on Ukraine. When the idea of separation from the USSR started to develop among the people's movements, how strong it's radicated in people's mind? Ну, можна так сказати, що прежде всього соціально-економічна позиція
и такое отношение к социальной политике, экономической политике стало намного хуже. Упала зарплата, хуже стали работать предприятия. И в этом время появилась новая политическая сила, которая говорила о том, что нам нужно отделиться, вот, разделиться и выйти из Советского Союза для того, чтобы мы лучше жили. USA. On November 28, 1991, President Bush announced that the United States would recognize Ukraine's independence if approved by a referendum held on the issue. Kyiv, December 1, 1991. The Declaration of Independence was approved by an all-Ukrainian referendum by a majority vote. But in 1991, the parliament adopted the Declaration of Independence of Ukraine, and this was against the will of people. You are a doctor of laws. How do you interpret this decision? Ну, з точки зрения національного українського законодавства і законодавства Союзу СССР, вот это вот решение явно противоречило действующему на тот момент законодательству. Но тут следует добавить, что международное право как раз допускает такую возможность распада государств даже с нарушением национального законодательства и национальной конституции. Поэтому с точки зрения международного права здесь не было никаких проблем. The very same day, December 1st, Leonid Kravchuk was elected the first president of Ukraine. December 8, 1991, in Belovezhskaya Pushcha in Belarus, the heads of three Soviet republics, Russia, Ukraine, and Belarus, signed an agreement revoking the previous signatures of the three states on the formation of the USSR. Thus, the Soviet Union ceased to exist. Upon gaining its independence, Ukraine was potentially in a better position than all the other republics of the Soviet Union. It was the largest country in Europe, with an industrial potential second only to France and Germany. В высшей школе КГБ был журнал The Economist. По-моему, это был 92-91 год. Там был анализ возможностей стран СНГ, кто из них сможет выжить в условиях экономической независимости. И там Украина стояла на четвертом месте после России, Белоруссии и Казахстана. Я внутренне не понимал, как страна, пятая экономика Европы на 91 год, пятая экономика Европы, по оценкам западных экспертов, с трудом могла выжить уже на тот промежуток времени. В Советском Союзе это была вторая по потенциалу республика после России. Ну и в Украине производили многие виды высокотехнологичной продукции. Например, самый крупный ракетостроительный завод в мире – «Южмаш», производитель, ну, самой мощной баллистической ракеты, называемой «Сатана». Авиационные предприятия Украины, в том числе завод «Антонова» в Киеве и конструкторское бюро, производили самые большие в мире грузовые самолеты. Но нужно при этом принять во внимание, что большая часть продукции, производимой в Украине, не имела законченного производственного цикла. То есть она производилась совместно с другими предприятиями, находящимися или находившимся тогда в других частях Советского Союза. Поэтому распад Советского Союза реально означал ликвидацию значительной части промышленного и научного потенциала Украины. То есть мощности у нас были во всем промышленные. Была система хорошая в энергетике, ядерная, атомная, там, гидростанции и так дальше, тепловые станции. То есть у нас был уголь, ну, короче, на все было для развития экономики.
Но те люди, которые голосовали за независимость Украины, они добились независимости. То есть политически было принято решение. А вот дальше, как двигаться, развиваться в стране, а они уже были не готовы. Теперь представьте Украину, у которой не было собственного законодательства, не было своей денежной системы и не было своей системы управления. И я помню ситуацию, когда сразу прервались связи с центральными министерствами, управлявшими украинской экономикой из Москвы. И новое украинское правительство, его члены не всегда знали даже, что производится на территории Украины под управлением Москвы. Я помню, как ко мне пришел директор одного секретного предприятия и говорил: «Ну все, Москва с нами не работает. Куда грузить комплектацию для производства атомных бомб?» Can you talk a little bit more about your outstanding experience as a financier and economist, having been the head of National Bank, and later on serving the country as prime minister? Будь-який товар, який виробляла Україна, чи то танк, чи то зерно, чи то руду, чи то ракети, ми реалізовували в світ тільки через Москву. Вся фінансова, вся монетарна система вибудована так, що ви самостійно, без Москви, ви нічого не зробите. І я пам'ятаю, як всі союзні республіки в початку, ведь вони всі мали право на емісію рубля, пока не произошло разделение денежных систем новых государств. Это вылилось в активную эмиссию денег центральными банками бывших советских республик. А значит, поднялась огромная волна инфляции, что все денежные сбережения граждан, накопленные за все годы Советского Союза, превратились в пыль. И неожиданно даже такие развитые республики, как Украина, были брошены буквально в пропасть бедности. И когда я пришел в Национальный банк, у нас инфляция была 10 182%. А национальные гроши были, я сейчас уже не могу порахувати тих нулів, но там, здається, было 11 чи 12 нулів. Мені здається, зараз у Венесуелі аналогічна ситуація. Тобто, насправді це катастрофа. Since 1991, you work at the State Economic Council. Did Кравчук have a precise plan of exiting for the economic crisis? Нам доручили підготувати укази президента щодо економічної реформи. І цей план складався з 36 указів президента. Ми підготували більшість цих документів і проводили жваві дискусії. Було підписано 4 укази. І тут почалося, серйозний спротив почався у Верховній Раді, де була так звана група 239, яка об'єднувала ліві сили. Почали говорити про те, що Кравчук утворює паралельну таку гілку влади і хоче впроваджувати капіталістичні порядки в Україні. Кравчук злякався і розпустив наші всі ці дорадчі органи. Як ми зрозуміли, він вимушений був піти на компроміс задля того, щоб зберегти, скажімо так, національну сутність України, прапор, гімн, і в якійсь мірі новітні погляди на історію. Тобто всі гуманітарні питання, які ставили представники Народного руху України, але це зовсім не стосувалося перетворень в економіці. В конце 1991 года мне довелось несколько раз встречаться с известным профессором Джеффри Саксом и его группой
это была та группа, которая готовила рекомендации по проведению экономических реформ в Украине. Именно они предложили схему так называемой сертификатной приватизации. И я думаю, что именно эта схема приватизации привела к тому, что в Украине очень быстро сложилась такая группа олигархов, которые сумели захватить значительную часть бывшей государственной собственности в промышленности. Видите, когда права на кусочки государственной собственности были розданы широким массам людей, очень часто эти сертификаты, ну, силой отбирались у этих людей, возникла такая преступная бандитская приватизация. Да, конечно, Украина ничем не отличается от большинства стран, в которых эти процессы проходили раньше. И в Украине процесс перераспределения собственности, он тоже был связан с определенным влиянием криминалитета. Но мы же помним, что советская социалистическая собственность и частная собственность – это были, ну, как бы два антагонизма. Поэтому превращение общенародной советской социалистической собственности в частную было неизбежно связано с криминальными проявлениями. И люди отдали свои ресурсы, свои заводы, фабрики, те, которые были построены в советский промежуток времени, в руки, опять же, той элиты, которая была в 91-м году. И людей опять обманули очередной раз. Потому что элита, которая была в 91-м году, она абсолютно не была готова к этой независимости. Потому что стоял вопрос об отсутствии культуры государственности. In an impoverished state, with the population on edge, ideology becomes the salvation. The myth of the exclusive role of Ukraine in world history began to unfold. В кінці 10-го століття, 11-го століття, початок 12-го століття Україна – це найбільша держава Європи. Її кордони від Чорного моря до Білого моря, до Азійських степів і Східної Європи. Це була найбільша, це була сильна держава. Unfortunately, Ukraine, the way Mr. Yushchenko describes it, never existed. The old Russian unified state under the name Kievan Rus existed only until the beginning of the 11th century and was somewhat smaller. After that, it disintegrated into numerous independent states, which carried out expansion in all directions. And none of them was Ukraine. Under Kravchuk, right-wing nationalist organizations of the UNA-UNSO type began to form. Kravchuk began promoting the creation of a Ukrainian independent national church. Therefore, he supported Archbishop Filaret, who had bad relations with Moscow and was attempting to create his own personal Kievan Patriarchate. And this did little to solve the problems. The U.S. administration was very concerned about what was happening in Ukraine. The country had 1,240 nuclear warheads, along with missile delivery vehicles. Overall, Ukraine possessed 680 megatons of nuclear weaponry. This is comparable to 37,778 bombs dropped on Hiroshima. In addition, Ukraine had strategic aviation that could carry 492 cruise missiles with nuclear warheads. Finally, there were 2,600 units of tactical nuclear weapons stored in the country. Ukraine's nuclear potential exceeded that of France, the United Kingdom, and China combined. For Washington, the most important condition for cooperation and economic assistance was a complete dismantling of the military nuclear potential. After long and hard negotiations, Ukraine agreed.
Я хочу сказать, что я служил в ракетных войсках стратегического назначения, а потом жил в Днепропетровске, принимал участие в строительстве корпуса, где делали стратегические ракеты, в том числе с Америкой сегодня работаю, там небольшие поставки есть. Поэтому я хорошо знаю, что это такое. И у нас не было возможности управлять и содержать ракетные комплексы, тем более с ядерным боевым головкой. Потому что я знаю, что такое ракета, что такое ядерная головка, которые ядерно состоят. Мы сделали такое решение. Но мы, вывод один, мы настолько хотели быть независимы, что мы готовы были и без всяких денег все сдать, получить, чтобы мы были только независимы. Нас признали как в Европе, так и во всем мире. But Mr. Pustovoitenko is not entirely correct. Ukraine agreed to eliminate its nuclear potential after long negotiations and pressure from the United States and Russia. There are many Ukrainians who regret the loss of their nuclear weapons. Країни світу діляться на дві частини, які мають активований уран і які не мають. І об нас можна витирати ноги, забирати Крим, організувати війну на Донбасі. After such a statement, it was a blessing that President Clinton and Boris Yeltsin had enough will and determination to make Ukraine eliminate their nuclear weapons. But it wasn't for free. First, the United States offered Ukraine $350 million in aid. By blackmailing and a reversal towards Russia, Ukraine was able to bargain for another $175 million to dismantle the nuclear weapons and $155 million in economic aid from the United States. But the Ukrainian politicians clearly made a bad deal. Kazakhstan received $2 billion for the elimination of a nuclear potential four times smaller, and they received a 50% stake in the joint Kazakh-US oil company Tengiz Chevron. But neither the economic aid nor the nationalist card helped Kravchuk. Under strong public pressure, early presidential elections were demanded. In 1994, he was defeated by his former prime minister, Leonid Kuchma. Leonid Kuchma, born on August 9, 1938. In 1960, he graduated from the Physics and Technology Faculty of Dnipropetrovsk State University with a degree in mechanical engineering. He worked as an engineer at the Yuzhnoye Rocket and Space Design Bureau. From 1986 to 1992, he was general director of the Yuzhmash Association, which, among other things, produced nuclear launch vehicles for the SS-18 Satan missiles. In politics since 1990, he voted for the Declaration of State Sovereignty and for the adoption of the Act on State Independence. From 1992 to 1993, he was a prime minister of the government of Ukraine. He was twice elected president of Ukraine. Unlike Kravchuk, Kuchma worked in industry. At least he understood what the economy was and how it should operate. But unfortunately, that understanding was not enough. Но экономика начала падать. То есть мы потеряли очень сильно транзит, мы потеряли судостроение, мы потеряли самолетостроение, мы потеряли в том числе Черноморский флот, конкретно можно сказать, там разбежался по всему миру. Это было абсолютное состояние кризиса, когда были неплатежи по 6 месяцев. Свет включался на территории Украины, происходили отключения, свет включался эпизодически. Практически команда Пустовойченко работала в режиме пожарной машины. Была катастрофа полностью в экономическом плане, в социальном. Зарплаты не платили, пенсии не платили, стипендии не платили. И наша задача была дальше уже сделать следующую вещь, чтобы так работать. Поэтому сказать, как правильно, что дальше было делать, это уже было очень-очень сложно. Весной 1994 года я был избран членом парламента и возглавил комитет по финансам и банковской деятельности в Верховной Раде. Ну и в ведении моего комитета была также вся налоговая политика.
И это была на самом деле главная проблема в реформах. Потому что у нас не было на тот момент такого ясного и четкого таможенного законодательства. В страну завозились огромные объемы иностранных товаров практически без уплаты каких-либо налогов и пошлин. Это, конечно, разрушало бюджет и не давало возможность промышленным предприятиям конкурировать на внутреннем рынке. Ви знаєте, дуже важливий документ, який був затверджений, поданий президентом Кучмою і затверджений парламентом шляхом радикальних економічних реформ саме в жовтні 1994 року. Я готував своєю командою, готував частину, що стосується відносин власності, повної зміни в цьому напрямку. І ще деяких моментів, пов'язаних з демонополізацією в Україні. І що важливо, що у нас був координатор в президентській адміністрації. Це був відомий економіст Анатолій Гальчинський, якого можна назвати архітектором українських економічних реформ. Ми всі ті, хто готували пропозиції з економічних перетворень, узгоджували з ним, з його командою, ми узгоджували позиції, дискутували між собою, і тільки після того воно йшло на затвердження президента, а потім це стало документом, який був затверджений Верховною Радою. Я відверто скажу, що я до цього дня щиро вдячний тим консультантам, які були, от зі мною працювали люди в основному від Світового банку. І я тоді вперше побував в Вашингтоні, і знав, що таке Світовий банк, Міжнародний валютний фонд. І фахівці від них, від американського уряду, надзвичайно багато допомогли нам в формуванні цих документів. Але документи ми робили самі. Я тоді зрозумів, що всі інші наші іноземні радники говорять, а американці роблять. Under President Kuchma, Ukraine knew a period of economic growth. Which action were taken and what led to this economic growth? Начали восстанавливаться отношения между предприятием, корпоративные интересы выросли, и в том числе начали пытаться создавать транснациональные компании между Украиной и Россией. Масштабна мала приватизація, і в Україні з'явився клас дрібних власників, і це було понад 30 тисяч підприємств, які були продані в приватні руки і які змінили ландшафт просто кожного міста. Здійснили також частково так звану велику приватизацію великих підприємств, але, ну, прямо скажемо, вона була не дуже успішною, тому що не було інвестицій реальних. А просто йшла роздача власності в руки людей, які не зовсім розуміли, що таке акціонер. Велику роботу було проведено при, звичайно, це все президент Кучма, але велику роботу було проведено при прем'єр-міністрі Пустовойтенко, коли, я би сказав так, трошки урівноважили оцю розбурхану систему, яка в середині 90-х років, ну, дуже важко було працювати. Приглашали, в тому числі, з Запада, ну, в то время к нам фактично з Запада, іменно в нашу структуру економіки, фактично не приходили. Ми прийняли законодательство, которое должно было стимулировать инвестиции в автомобилестроение Украины. Мы рассчитывали, конечно, на западных инвесторов из Западной Европы и США, но льготами по этому закону воспользовалась южнокорейская корпорация Daewoo, которая вложила 1,5 миллиарда долларов в украинское предприятие, приобретя его. Миллиард долларов, да. Но надо сказать, что западные инвесторы, как правило, не проявляли большого интереса к промышленности и к машиностроению Украины.
Ну, как объясняли представители западных стран, в частных беседах в том числе, что Запад не видел интереса в том, чтобы создавать на Украине отрасли, которые могли бы конкурировать с крупнейшими западными компаниями. Великих інвестицій не було, але була серйозна допомога в навчанні нас, азам ринкової економіки. В основному всі економічні відомства, міністерства працювали з американськими радниками, USAID серйозно працювала тоді, і компанії такі як PricewaterhouseCoopers і тому подібне. Це суттєво допомагало нам в розумінні процесів, які треба здійснювати. На жаль, американський капітал, напевне, не повірив ще нам і не прийшов на територію України. І це дуже прикро. Nevertheless, American money came to Ukraine. The United States had already formulated its vision of Ukraine's role. In September 1996, both the U.S. House of Representatives and the Senate adopted Resolution 120 in support of Ukraine's independence. Ukraine was declared to be an important element of U.S. national security. It had to oppose the emergence of any political or military organization that would facilitate the reintegration of the states of the former Soviet Union. Kuchma agreed to it, and additionally, to cooperate with NATO. Until 1998, a total of $1 billion in economic aid was given to Ukraine. But this amount of aid for the paralyzed economy of a huge country was a pittance. But in 1998, Ukraine got lucky. Prices for its main export commodity, steel, skyrocketed. This, together with persistent reforms, paid off. In 2000, the economy began to recover. За 30 років Україна мала єдиний бездефіцитний бюджет. Це 2000 рік. Це перший рік, коли у нас не були боргів перед пенсіонером, перед солдатом, перед вчителем, перед медиком. Це насправді такий феноменальний у фінансовому сенсі, феноменальний рік був. І ще один момент важливий, достижение, которое было при президентстве Кучмы, я хочу упомянуть, это то, что в 1996 году была уже введена полноценная национальная валюта, украинская гривна. Кучма был прибічник, скажем, системы влады, яка створена в Украине ще за хана Батия. Отак вона і продовжувалася при царях, при генеральних секретарях. І він от повинен бути лідер, який веде за собою країну і так далі, не розуміючись у багатьох питаннях і відсторонивши, по суті, людей від причетності до державного життя. Причому підходи Кучми лягали на добрий ґрунт. Тому що в Україні ніколи не було державності, і все будувалося отак, як сказали зверху. Керівник, хто там є зверху, це воно є істина. І це небезпечно для країни, ми тепер бачимо, чим це закінчується. Одне і друге при Кучмі, по суті, зародився і зміцнювався олігархат. Коли почався процес приватизації, конечно, определенная категория людей, наших людей, там, предпринимателей, пользовались приближением к власти определенно. Они получили достаточно хорошие объекты, интересные, которые имеют рынок сбыта продукции в Европе, в том числе в России, и в том числе на внутреннем рынке. Сформировалась политическая и экономическая элита, она срослась, которая паразитировала, с одной стороны, одни паразитировали на чужих ценностях так называемой демократии, рыночной экономики, а другие паразитировали на дружбе с Россией и русском языке. При этом и одна, и вторая элита грабили свой народ, приватизировали за бесценок предприятия. Практически вся основная часть элиты была сформирована за счет нечестной приватизации и, опять же, паразитирования на энергоресурсах,
Это получение прибыли от газа и нефти, металлургия. При этом никто ничего за промежуток времени не вкладывал. Мы видели вот такую типичную картину, когда кому-то удается приватизировать полностью, ну, достаточно хорошее предприятие. И нередко складывалась ситуация так, что он считал, что ему выгоднее все оборудование этого предприятия порезать на металлолом и продать в Турцию. For a long time, Kuchma maneuvered between various oligarchic clans. He was even more successful in the international arena. Russia watched the growing influence of the United States in Ukraine with concern. So Kuchma began a political and economic rapprochement with Russia. And it was beneficial for Russia as well as Ukraine. Kuchma knew how to sit on two chairs at once. Would it be correct to say that the economic growth of Ukraine is tied to the multivectoral foreign policy of Kuchma? Президент Кучма придерживался политики многовекторности. Он считал, что надо сотрудничать с теми странами, которые сами хотят сотрудничать с Украиной. Вот то, о чем вы говорите, это позиция Кучмы, так называемая многовекторность. Как наш переводчик попробует, это называется «мимо здесь и между там». В итоге ты являешься раздражителем для всего окружения. Kuchma was constantly under the close influence of pro-Western political forces and nationalists. Coming from the Russian-speaking Chernigov region, this made him uneasy. Я хочу отметить то, что первый срок Кучмы был положительным. Очень большое движение было. И, ну, такое главное, что он же русскоязычный. Сам родился в Черниговской области. И он после того, как ее избрали президентом, он начал развивать только украинскую мову. То есть он сразу это отбросил, чтобы не было таких вопросов. Потом второй вопрос возник сразу, что он Украину продаст России. Это слова, которые нужно хорошо помнить. Он сказал следующее, что меня избрали президентом Украины, а не президентом России. In 1999, Ukraine was stirred up by the case of Pavel Lazarenko. Pavel Lazarenko, born January 23, 1953. From May 1996, he was a prime minister of the government of Ukraine. Swiss authorities determined that during 1996 to 1997, he embezzled at least $880 million. On February 20, 1999, after fleeing Ukraine, he was arrested in the United States and convicted of fraud and an illegal transfer of $114 million. He currently resides in the United States. Мы вместе работали там, Лазаренко, я работал, и Тимошенко. Они занимались поставками газа на предприятия промышленные Запорожье, Кривая Рога и Днепропетровска. Оттуда брали металл и продавали. Газ возили, подавали по одной цене, продавали по другой, по завышенной. То есть имели колоссальную прибыль. Ну, я действительно расследовал уголовное дело в отношении Павла Лазаренко. Но если кратко, то, знаете, в Советском Союзе в те годы ходила такая шутка, которую только отчасти можно назвать шуткой. Говорили так: чем отличается социализм от капитализма? В капитализме у кого деньги, у того и власть. А при социализме у кого власть, у того и деньги. Поэтому Павел Лазаренко, занимая пост премьер-министра, имел все возможности стать богатым. It is known that specialists from the FBI and special prosecutor Marta Borsch worked closely with Lazarenko, which, in addition to conversations with him, revealed that he worked with a very wide circle of people in Ukraine. Лазаренко was sentenced to 9 years in prison, but he only served 6. He was accused of embezzling $114 million, but that amount was eventually reduced to only $4 million. Apparently, Лазаренко told everything he knew,
the United States got the keys of access to almost all prominent officials, politicians, and oligarchs. Лазаренко был премьер-министром. Он имел очень большой объем информации. Меня в этой истории интересуют арестованные в Соединенных Штатах деньги Лазаренко. Это 160 миллионов долларов. В 2017 году было принято решение, в том числе американским судом, о возврате какой-то части этих средств, насколько я понимаю, порядка 60 миллионов в Украину. Но Соединенные Штаты – великая страна. Все, что попадает туда, назад не возвращается. Kuchma's stubborn reluctance to choose between the United States and Putin's strengthening Russia irritated Washington. U.S. policy towards Ukraine became aggressive. All internal political scandals were used to apply pressure on Kuchma. Case in point, the murder of the journalist Gongadze, in which Kuchma was accused to have had involvement. But why, once in a sudden, started this movement, Ukraine without Kuchma? Why people were not happy? I personally, but correct me if I'm wrong, I personally doubt that it was because of the Gongadze case. It sounds just an excuse to me. І демократичні сили почали гуртуватися, навіть поза Майданом, гуртуватися в одній ідеї. І це було головне. А тоді, коли трапилася обставина із вбивством Гії, звісно, це стало тим локомотивом, який цей рух, по суті, направило дуже жорстке протистояння. The campaign Ukraine Without Kuchma was the first of a series of spontaneous uprisings on the part of the Ukrainian populace. And for being spontaneous uprisings, they were very well organized indeed. Хотя нельзя не отметить, что при участии Запада, ну вот, делались попытки свержения Кучмы, отстранения его от власти, ну вот, начиная с 2000 года. Ну, потому что акция «Украина без Кучмы», которая была начата после убийства журналиста Гангадзе, все мы знаем эту ситуацию, она, конечно, активно поддерживалась Западом. Я расследовал и дело Кучмы тоже. И я лично подписал постановление о возбуждении уголовного дела против Кучмы. Я считал и считаю, что Кучму есть за что привлекать к уголовной ответственности. Действия Кучмы в любом случае связаны с этим убийством. А то, что потом дело Гангадзе было использовано против Кучмы, так это и есть как раз отражение внутренней и внешней политики государства того этапа. September 2002, Special Representative of the U.S. Department of State, specialist in Russia, Marie Yovanovitch raised the issue of Ukraine's violation of sanctions against Iraq in connection with the alleged sale of a batch of Kolchuga radar systems. Representative of the President of Ukraine, Viktor Medvedchuk, thoroughly investigated all the charges and presented irrefutable evidence that the Kolchugas were not supplied to Iraq. A little later, after the occupation of Iraq by multinational forces, the United States did not find any traces of the Kolchugas. The charge was as valid as Colin Powell's test tubes of anthrax. But Kuchma did not feel any calmer because of this. Marie Yovanovitch took over as charge d'affaires of Ukraine. Soon, her name would be closely associated with color revolutions. In the meantime, it was necessary to decide who would be president after Kuchma. В декабрю 2000 года, то есть в 2001 году, Кучма фактически потерял свой авторитет, свой рейтинг. Им уже было очень тяжело работать. Очень тяжело. And a candidate was quickly found. Former Prime Minister Viktor Yushchenko. He was a 100% pro-Western politician. He had an American wife and was loosely affiliated with the U.S. Department of State.
I was asked to give some speeches in Ukraine. And when I went there, I got a long briefing by John McCain of the State Department and Colin Powell about who you could trust and who you couldn't trust. And there really was just one person you could trust. And that was Viktor Yushchenko, who was running for president. The briefing I got was, if he doesn't win, Ukraine has no chance. The State Department. Viktor Yushchenko, born February 23, 1954. He has a degree in economics. From 1976, he was involved in the banking sector, working his way up from a clerk to chairman of the National Bank of Ukraine. However, in this post, he did not decide anything himself. In 1999, he became prime minister of the government of Ukraine. In 1993, by a twist of fate, on a plane from the United States, he sat next to a United States citizen, Catherine Claire Chumachenko. They were soon married. Catherine Claire Chumachenko. She was born in 1961 in the United States. From the age of 14, she was a member of the ultranationalist Union of Ukrainian Youth. She worked as director of the Ukrainian National Information Service of the Washington Bureau of the Ukrainian Committee of the American Congress, and also as an assistant to the Undersecretary of State for Human Rights and Humanitarian Affairs. And she worked in the U.S. Treasury and the U.S. Congress. The U.S. attention to the upcoming presidential elections was side by side with direct pressure on the Ukrainian establishment. Major forces were engaged in the struggle, including George Soros. Очень долгий промежуток времени, начиная с 2000-х годов, структуры Сороса совместно с разными институтами выстраивали вот эту сеть мягкого влияния. Они подкармливали молодежь разными грантами, разными общественными мероприятиями, поездками, обменами. Ющенко стал дестабилизатором политической ситуации в Украине. Были противники политической конкуренции, но не были врагами. А вот после вот этих событий, которые прошли после дела Гангаза, конец 2000 года, 2001 год, да, это было очень тяжелые времена. Очень тяжелое именно в политическом плане. А отсюда страдала экономика, социальные вопросы и все остальное. In May 2004, the Верховна Рада published a report that revealed financial interference by Western countries in the internal politics of Ukraine. In July 2004, the U.S. House of Representatives adopted Resolution No. 336, which gave a negative assessment to the political situation in Ukraine. Usually, this means a burn notice on the opposite side. In September 2004, the U.S. Senate passed a resolution ordering the executive branch to impose sanctions on Ukraine in case of violations during the presidential campaign. Basically, the Ukrainian president had already been selected in the United States. There was little left to do. Simply force Ukraine to bend to the will of the United States. When discussing Ukraine, we must remember that its external and internal borders were formed in a unique environment. In 1920, Ukraine became a part of the socialist community. And then, after the formation of the USSR, its borders were not historically defined, but artificially created by Moscow. As a result, Ukraine received both territories with a diverse population in ideological, social, and religious terms, and also with a very diverse industrial structure. The center, Siberia, was also industrialized, but to a lesser extent. The south was traditionally agricultural, and the western regions were historically less developed. This diversity prevailed during all of Ukraine's history, as well as the internal fault lines. Economic growth under Kuchma affected primarily the east of the country, with a population much closer to Russia, and to a lesser extent, the agricultural regions and the West. With a stable domestic situation, this is not critical, but when internal problems arise, it can create conflict. In the 2004 elections, it became clear where these internal fault lines were. In the election, Viktor Yanukovych was declared the winner, but this outcome did not suit Washington, which had already invested large sums of money in Yushchenko.
the U.S. administration refused to recognize the results. Thus, the Orange Revolution began in Ukraine. Огромное количество людей, которые вышли в 2004 году, они протестовали именно против олигархической системы. Они не разделяли западные или восточные ценности. Are there any effects of foreign presence, sponsorship or other foreign participation in the Orange Revolution? Я могу сказать, что большей частью какой-то промежуток времени действительно посольство Соединенных Штатов и посольство западных стран включились в этот процесс. Это начало приобретать формы цветной революции. Я сьогодні хочу сказати, можливо, це я часто і не говорю публічно, те, що відбувалося восени 2004 року і в ранню зиму, це навіть не революція. Ми прагнули одного від влади. Не зміну способу влади, не зміни влади як такої силовим шляхом. Ми вимагали одного – організації проведення чесних виборів. Очевидно, помаранчева революція – це рух хаотичний і спонтанний. Ну, скажіть, будь ласка, хто за місяць міг подумати, що нам дрова потрібні? Що це буде стояти тисячі палаток по Хрещатику, всі будуть димітими тими дровами? Це, знаєте, апогей найтяжчих часів наших майданівських. Хто думав, що нам палатки потрібні? Often, what are called spontaneous movements are really quite well organized. This is all the more obvious when one observes the full-fledged infrastructure for a spontaneous movement, which is equipped with food, fuel, tents, a warning system, and transportation. But in any case, under the pressure of the street, a third round of elections were held. Viktor Yushchenko, as expected, became the third president of Ukraine. The country turned to the West. В цьому плані ми з Віктором Ющенко були абсолютні однодумці, і такими були більшість членів уряду. У нас навіть думки не було, що може бути інакше. Ми розуміли, що треба брати курс на Захід. So what's triggered the downturn of the economy under Yushchenko? Конечно, Ющенко, который достаточно долгое время был председателем Центрального банка, а затем премьер-министром Украины, он отличался открыто прозападной ориентацией. После оранжевой революции декабря 2004 года, когда Ющенко пришел к власти, он, конечно, получил очень мощную поддержку Запада. Но эта поддержка в основном состояла в массированном притоке иностранных кредитов. В этом смысле Ющенко способствовал очень резкому увеличению украинского внешнего долга. Но, конечно, когда были привлечены десятки миллиардов долларов кредитов, экономика росла, и внешне это выступало как достижение. The United States confirmed its readiness to support Ukraine's aspirations to join the NATO Membership Action Plan, MAP. In turn, the Ukrainian president declared his adherence to Euro-Atlantic values and his readiness to continue the country's movement towards NATO membership. Я вам скажу великий секрет. Мені здається, що Захід не може завершити жодної справи. Я це печально кажу. Мені, ви знаєте, коли я громадянин Європи. Але я живу в Європі, в якої немає власного безпекового концепту. І якщо пан європейській безпековій моделі не буде Сполучених Штатів, Європа не може дати симетричну, самодостатню відповідь на загрози політики Путіна. Я відчуваю себе в дискомфорті. Ціла Європа не може адекватну політику сотворити. Бо насправді все починається з безпеки. Нельзя жить, имея целью агрессию по отношению к другому человеку или к другой стране. Это контрпродуктивная реальность. Она не имеет ничего общего с целями развития.
Не может быть целью Европейский Союз или там, возвращение в Советский Союз. Целью развития может быть качество жизни населения. Это такая же история подмены понятий, как была в Советском Союзе. Наша цель – коммунизм. Но тогда хотя бы строились фабрики, работала промышленность и была создана система, инфраструктура здравоохранения и образования. У нас же получается ничего, просто наша цель – Европейский Союз и жизнь, попытка приблизиться к каким-то непонятным европейским ценностям. Но при этом отсутствие промышленности, денег, работы и всего остального. The United States promised to support all of Viktor Yushchenko's initiatives, but there was no rush in implementing the main objective, investment. At the same time, the U.S. was investing billions of dollars in another former Soviet republic, Kazakhstan. Despite the excellent relations between Kazakhstan and Russia and China. В Казахстані був Нурсултан Абішевич Назарбаєв, який один правив. Там мав величезний авторитет в країні, і там була стабільність. А в Україні були постійні дискусії. Если мы возьмем, скажем, известную книгу Збігнєва Бжезінського «Великая шахматная доска», то в ней мы можем прочитать, что главное для США – это вывести Украину из-под влияния России. Ну, Бжезинский ведь был советником американских президентов по национальной безопасности. И я, например, считаю, что именно вот эта тема, борьба за политическое влияние, все время доминирует в политике США по отношению к Украине. Знаете, цитируя Бжезинского, «Без Украины Россия никогда не возродится как великая страна». After Yushchenko turned the country westward, Russia drew attention to the fact that Ukraine was illegally diverting gas intended for transit to Europe. The reaction followed immediately. Я буду завжди пам'ятати 1 січня 2006 року. О 5 ранку я вже був в диспетчерському пункті нашого Нафтогазу і вийшли доповіді про те, що йде, що перекривається постачання газу з Росії в Україну. Полезно вспомнить, что в 70-е годы прошлого века, до того, как были построены мощные магистральные газопроводы для транспортировки сибирского газа в Европу, Украина была основным производителем газа в Советском Союзе. Тогда Украина добывала в среднем в год от 60 до 70 миллиардов кубических метров газа, полностью обеспечивала себя и еще отапливала Москву и Ленинград и часть России. Да, сейчас, ну, после начала разработки более дешевого сибирского газа, добыча газа в Украине упала. Getting involved in political games at the expense of the economy can turn out to be very costly. Kyiv got carried away with positioning itself in world affairs and neglected to invest even a cent to ensure its energy security. It can be even more costly to play games with right-wing nationalists. Under Yushchenko, right-wing radicals were doing fine. Nazi propaganda was thriving there. Young people were recruited into the camps of the PLAST paramilitary organization. In 2006 in Lviv, they solemnly celebrated the anniversary of the entry of the Ukrainian unit of the Wehrmacht Nightingale Battalion into Lviv. Коли мене питають, ви націоналіст, якщо у сенсі патріотизму, да, патріотизм. Я поясню свою позицію. Коли ми говоримо про український націоналізм, він ніколи не був в тій мірі радикальності, де починається його негативне трактування. Другими словами,
Це той спосіб сучасної боротьби за наш суверенітет, який нікого не дискредитує, нікого не вивершує. Це є право нації на самовизначення. І тому Москва сьогодні український націоналізм називає соціал-націоналізмом. Пробують його поєднати з фашизмом, наприклад, із німецьким крилом націоналізму 30-х, там, 40-х років, що, безумовно, не має нічого спільного, це навіть смішно. У 21-му сторіччі мати такий світогляд і таку політичну практику. It is quite possible that Mr. Yushchenko is unaware of some very well-known facts. The organization of Ukrainian nationalists cooperated very closely with Nazi Germany. Their ideology was identical to the Nazis. When the Germans attacked Poland in 1939, the Ukrainian nationalists went on a murder spree with their fellow fascists. In 1941, together with the Germans, they invaded the territory of the USSR and acted as military allies to the Nazis. While Allied soldiers fought and died in Africa, Italy, and France, Ukrainian nationalists guarded the German rear. They burned Belarusian villages along with its people. They exterminated the Jewish population in the ghettos. They shoved people into gas chambers. They guarded Nazi concentration camps, and they eagerly massacred Poles. Organization of Ukrainian nationalist leaders Bandera and Shushkevich were posthumously awarded the title Hero of Ukraine by Yushchenko. Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні. Ukraine was slowly but surely getting covered with a haze of Galician nationalism. Of course, this was met with sharp rejection by the inhabitants of the east of Ukraine, who completely opposed this mentality, contrary to Yushchenko's wishes. 50 мільйонів повинні жити сім'єю. Ми повинні навчитись говорити одним голосом. Ми в своїй більшості повинні полюбити одне і навчитися ненавидіти друге. Знаєте, пізнати своїх героїв, пізнати свою культуру, пізнати свою мову, створити свою церкву. І тому найтяжче нам давалася внутрішня інтеграція. Тобто була велика проблема єдності. The Ukrainians did not want to live as one family. There were too many internal differences. A Western Ukrainian, President Kuchma noted, is much closer in terms of his concepts and habits to a Czech or a Pole. And in some ways, even more to an Austrian than to a Russian or Eastern Ukrainian. Therefore, in 2010, in the next election, Yushchenko lost to his longtime rival, Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych, born on July 8, 1950, he studied mining and mechanical engineering and was a specialist in international law. From 1996 to 2002, he held various positions in the Donetsk Regional Administration. He was prime minister of the government of Ukraine in 2002-2004 and again in 2006-2007. Through the American consulting companies DB Communications and Venable, he established ties with the US establishment. The goal was to approve his appointment as prime minister. Yanukovych's victory in the presidential elections of 2004 sparked protests called the Orange Revolution. From 2010 to 2014, he was president of Ukraine. Yanukovych decided to continue Kuchma's policy, that is, to continue cooperation with the United States, but at the same time, to get closer to Russia. He didn't understand that times had changed. The United States needed its own proxies on the border with Russia, and that was the role of Ukraine for Washington. A reaction followed immediately. On July 2, 2010, U.S. Secretary of State Hillary Clinton said, "Some have tried to force Ukrainians into a choice between aligning your country with Russia or with the West.
We believe that is a false choice. We do not believe in the concept of spheres of influence. We believe that it is up to Ukrainians to chart your own course toward your own future. And in doing so, you can count on the support and friendship of the United States. Clinton was sure her message would be understood. Yanukovych is too mired in corruption. Ukraine is considered one of the most corrupted countries in the world. Why did it happen? Я считаю, что масштабная системная коррупция в Украине, порождение попыток американских властей взять под контроль украинское правительство. Я считаю, что именно представители США, официальные лица, являются тем провоцирующим фактором, повлиявшим на расцвет экономических преступлений в Украине. Если игра происходит, что президенту страны очередному разрешают воровать, а он вместо этого отдает свою субъектность страны и возможность внешнему управлению, то такая игра и происходит на сегодняшний день. Я верю в оптимистический сценарий. Сейчас я вижу здесь невероятный потенциал. В ближайшие несколько недель будут приняты важные решения. Такая ситуация происходила с Януковичем, который разместил 7 миллиардов ОВГЗ займа, в том числе и в юрисдикции Соединенных Штатов, через фонд Фрэнк Каплантон. Yanukovych was unable to create a strong team. He could not resist U.S. pressure. He could not close the Pandora's box of nationalism that had been opened. In 2012, the Nazi Party Svoboda received 37 seats in the Ukrainian parliament. The appearance of these open fascists on the political scene worried Europe, but only in words. Тимошенко Юлію Володимирову визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого 365 частиною 3 Кримінального кодексу України. The detention of Yulia Tymoshenko drew much more attention. And although she was arrested for corruption, she was declared a political prisoner. Поэтому я могу сказать о том, что Юлия Тимошенко была осуждена украинским судом за преступление, которое совершила. Она отбывала наказание за совершенное преступление в женской колонии. И для характеристики этого уголовного процесса я напомню, что Юлия Тимошенко была партнером Павла Лазаренко. А Павел Лазаренко был партнером Леонида Кучмы. An attempt to sit on two chairs immediately ends up badly. Sooner or later, you have to make a choice. Otherwise, both chairs can be pulled out at once. This is roughly what happened with Ukraine. Yanukovych was faced with a tough choice. Either join the customs union with Russia, Kazakhstan, and Belarus, or sign an association deal with the European Union. Simultaneously, a campaign for the signing of the European Association began in Ukraine. What was the SSU position during Maidan, if they had a position? Я думаю, что здесь была основная позиция, это позиция, связанная с посольством Соединенных Штатов. Не все оно контролировало, потому что были сформированы националистические формирования, которые вышли из-под контроля на промежутке времени. И в какой-то момент времени все пошло не по программе. А 14 року це була вже така постановка суспільного дійства. Почався Майдан як спротив молодих, найперших людей, а потім він попав під вплив тих, хто хоче прийти до влади. І високими словами, гідність і все інше, Небесна Сотня прикривається злочин проти народу. Не випадково не розслідуються ці обставини, не випадково загибли є з того боку нібито. Історія із снайперами, із задіянням грузинів тут і так далі. І слід нібито ФСБ і так далі. Все це потребує обов'язкового чесного розгляду всього того, що було, а його нема. Майдан осуждали
миллионы украинцев. Фактически Майдан – это как айсберг. Верхняя, видимая его часть представляла собой массовые законные протесты граждан. Но была и скрытая часть Майдана, о которой не принято говорить вслух. Что я имею в виду? Это та часть, скрытая от глаз, когда группа заговорщиков, вступив в сговор с западными спецслужбами, с правительствами западных стран, с представителями западных транснациональных корпораций и с иностранными мошенниками, прикрываясь массовыми акциями протеста, совершила противоправный насильственный захват власти. The coup d'état was approved in Washington, but it triggered a chain reaction in Ukraine. The eastern regions, as well as Crimea, refused to recognize the new government as legal. And they opposed the coup and the coming to power of nationalists. In Kyiv itself, Alexander Turchynov temporarily became the head of state. His election was approved by U.S. Ambassador Jeffrey Pyatt. Alexander Turchynov, born on March 31, 1964. In the final years of the USSR, he was a Komsomol functionary. He has been in politics since 1990. He's a friend and partner of Yulia Tymoshenko and a friend of Viktor Yushchenko. In 2005, he presided over the SBU. In less than 6 months, he was removed from office due to high-profile corruption scandals. During Euromaidan, he opposed President Yanukovych. After the coup d'etat on February 22, 2014, he was elected the chair of the Verkhovna Rada of Ukraine. Since February 23, 2014, he was the transitional president of Ukraine. He is an active supporter of severing ties with Russia and a complete reorientation to the West. Russian President Vladimir Putin immediately recognized what was happening and took action. Exit polls from today's referendum in Crimea show overwhelming support for separation from Ukraine and for unification with Russia. Now the main threat to the Kyiv authorities was the east of the country. Для того, чтобы удержать власть в стране, киевские заговорщики решили уничтожить сопротивление на Донбассе. April 12, 2014. John Brennan, the director of the CIA, arrives in Kyiv. Officially, the visit is related to expanding cooperation in the field of security. On the same day, the Nazi organization, Right Sector, announced the armed mobilization of its supporters for an operation in the Donbas. On April 14, 2014, chairman of the Verkhovna Rada, Alexander Turchynov, signed decree number 405-2014 on the start of the anti-terrorist operation in Donbas. Он направил в Донбас вооруженные силы Украины, армию, для того, чтобы уничтожить сопротивление на юго-востоке. Tanks, military aircraft, soldiers, and armed detachments of Nazi organizations were thrown against the protesters in the Donbas. Residential areas were shelled and bombed with heavy weaponry. Civilians, women, and children were killed, and it continues to this day. As a result, it has become clear that the industrially developed East has been lost to Ukraine. At the same time, neither the United States nor Europe protested against the Ukrainian army's use of lethal weapons against civilians and cities in the East. On May 2, 2014,
large-scale clashes took place in Odessa between neo-Nazis and their opponents. In the 21st century in Europe, in a country that declared loyalty to European values, about 50 people were burned alive by the Nazis in the House of Trade Unions. The U.S. State Department, of course, condemned this and called for the culprits to be found, but no one looked for them. On May 7th, 2014, a new president came to power, Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, born on September 26th, 1965, a politician, an oligarch, a media proprietor. He's one of the creators of the Party of Regions. He's a friend of Viktor Yushchenko. He was one of the main supporters of the Orange Revolution and Euromaidan. He supports the war in Donbas and maximum rapprochement with the United States and the European Union. Poroshenko became president amid the confusion and shock from the loss of Crimea and the war in the East. He immediately proclaimed his credo: in the Donbas, Ukraine is waging a war with Russia. How much of the modern Ukraine is controlled by the United States? Я думаю, что полностью. Я считаю, что именно при Порошенко Украина превратилась в ту страну, которую вы охарактеризовали как одну из самых коррумпированных в мире. И во многом это обусловлено тесным сотрудничеством с американскими чиновниками и бизнесменами. В Украине функционирует подразделение спецслужб США, которое занимается разведывательной деятельностью в интересах Соединенных Штатов Америки. Please join me in welcoming George Soros. Soros had a very, very big NGO in the Ukraine. And the theory of the NGO, it's really brilliant. The theory of the NGO, and he had them in other Eastern European countries, was to help the country deal with corruption. Because all these countries in Eastern Europe have a corruption problem. We know that the NGOs are utilized by the State Department. So, completely. State Department, NGOs, the ambassadors that are controlled by Soros, of which there are about four or five, do not give money directly to the country. They do it through NGOs. The money goes to them, and then they decide how to split it up with the country. And Soros controls a lot of those NGOs. Now, when it comes to Ukraine, their GDP is under $2,000 a year per person. And Soros wants to run it. Europe needs to get its act together and be more active in helping Ukraine fight for itself. He convinces the country that they're so corrupt they have to establish a special prosecutor. They take all the corruption cases away from the Attorney General. In Ukraine's case, it's the NABU. Right. So. That sounds great. I mean, it's a perfect Bill Clinton, I feel your pain bullshit. Here's what they do. The minute that got established, Mushenko testified that he was called over to the American embassy and he was given a list by the poor martyr who testified, the lying. Marie Ivanovich. Everywhere Marie Ivanovich went turned bad. She started off in Somalia. How did that go? And she's just completely owned by Soros. Well, it's very intimidating. And she gives him a list and he's got to drop four cases right away. And one of them is the case against Soros's NGO. The policies followed by Ukraine have to be Ukrainian. Since the beginning of the 2000s, the press became more and more open about ties between the SSU and the United States. In particular, there were rumors about offices of CIA in the SSU building. Are those rumors real, and do these offices still exist? I don't have any documents on the office of CRU in the structure of SBU. Я не вижу необходимости ЦРУ иметь офис в структуре СБУ.
Посольство Соединенных Штатов и так контролирует все отрасли в Украине. Напрямую НАБУ, полностью систему нефтегаза, топливно-энергетического комплекса. Практически большинство офицеров вооруженных сил прошли в той или иной степени подготовку либо в Британии, либо в Соединенных Штатах. A dog is smarter than its tail, but if the tail were smarter, then the tail would wag the dog. Poroshenko decided that he had the right to interfere in the internal affairs of the United States. For example, in the American presidential election, he liked Hillary Clinton and Joe Biden, and he didn't like Donald Trump. Речь шла о 2016 году, о выборах, которые происходили между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Эту историю знает практически каждый в Украине, кто связан так или иначе с политикой или государственной службой. Руководитель НАБУ, Сытник, он сам говорил о том, что он топил за Хиллари Клинтон. Есть запись разговора этого. Я думаю, что да. Я же ему тоже помогал. Не ему, а Хиллари помогал. Есть заявления, которые синхронизированы по так называемой Black Ledger, книжке черной кассы партии регионов, благодаря которой был снят руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт. Есть разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом на тему того, что он докладывает ему мужественно, они участвовали и хихикали на тему того, как был снят Манафорт благодаря общим усилиям. Это была яркая иллюстрация именно внешнего управления страной. Another scandal during his administration was the story of the oil and gas company Burisma, registered in an offshore zone in Cyprus. Officially, Burisma was engaged in the development of oil and gas fields in Ukraine, but it did not succeed in providing Ukraine with its own fuel. And a new face was added to Burisma's board of directors immediately following the 2014 coup, Hunter Biden, the son of US Vice President Joe Biden. Hunter got a salary of $50,000 a month. Additionally, serious allegations of Burisma's involvement in money laundering arose. Здесь очень важно понимать, что вопрос не в том, что Байден зарабатывал деньги, используя имя своего отца, а то, что эти деньги были получены преступным путем, отмыты через офшорные компании. И есть два свидетеля, граждане Европейского Союза, которые это подтвердили. Непосредственно занимались отправкой этих средств. I'm desperately concerned about the backsliding on the part of Kyiv in terms of corruption. I mean, I'll give you one concrete example. But it just happened to be that was the assignment I got. I got all the good ones. So I got Ukraine. Obama names Biden as the point man. What's the point man going to do? Point man's going to determine how much money they get. And the point man is going to help them reduce corruption, which is a big joke. I went over, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another billion-dollar loan guarantee. It's not as if we're just talking about another billion-dollar loan guarantee. We're talking about a billion-dollar loan guarantee. If you don't get it, the country goes under and you're gone. You, Poroshenko, are gone. You're not going to be able to steal from anybody because they're going to throw you out because your country's bankrupt. So Biden was literally made the most powerful man in the Ukraine. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they did. So they said they were walking out to the press conference. We're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. I said, you're not getting the billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours. I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch, got fired. What does he leave out of that that's so important? His son is part of the investigation. In 2014, the younger Biden took a job on the board of a Ukrainian energy company, Burisma Holdings, at a time when his father, who was then vice president, had an active role in U.S. policy toward Ukraine. That could be two different crimes. I could prosecute him for bribery, extortion. What's your understanding of what your son was doing for an extraordinary amount of money?
I don't know what he was doing. I found out he was on the board after he was on the board, and that was it. That doesn't pass the smell test. Like, when you're vice president, isn't there a higher standard? Don't you need to know? We got Shulkin's testimony, which is clear as a bell. He was investigating Burisma, going after Hunter Biden. He all of a sudden did the unpardonable. He arrested the company. He was going to bring it down. And then he gets visited by his friend, the president, who says, Biden wants you out because you're getting too close to his son. In spite of the fact that we didn't have any corruption charges, don't have any information about he doing something wrong, I especially ask him to resign. I'm a man of my word. And that now that the new prosecutor general's in place, we're ready to move forward in signing that new $1 billion loan guarantee. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена новым фактам разоблачения международной коррупции и внешнего управления Украины. What about Derkach? 10. Вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу виплинути на виборчий процес у США. All Derkach did was he read the prosecutor's file because of the committee that he runs in the parliament. And the file was consistent with everything we had. Именно из-за утечки информации о сегодняшней пресс-конференции именно на прошлой неделе было объявлено о наложении на меня санкций политиками из Министерства финансов США по подаче сенаторов из Демократической партии. Они очень не хотели, чтобы мы обнародовали то, что мы сегодня опубликуем. And then he brought us an extra piece of information that about $5 billion in foreign aid is unaccounted for, of which $3 billion is American money. And a lot of it is not being investigated because it goes through NGOs, many of which are run by Soros. Now that makes sense because Soros was protected to the nth degree by the Obama administration, and Soros was doing that all over Eastern Europe. I have to admit that I'm biased. You're a Democrat. Yeah, I'm certainly more in favor of social justice than the Republican Party today. Poroshenko was unable to solve a single problem for Ukraine. But he was noted for other decisions. First of all, under the direct control of U.S. Secretary of State Michael Pompeo, he put pressure on Patriarch Bartholomew and was able to create a separate Ukrainian church only for Ukrainians. The priests of the traditional Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate were subjected to physical pressure. Churches were seized by force. The strongest pressure was exerted on the parishioners, and they were physically intimidated. Unable to end the war in Donbas, Poroshenko began a war with the past and launched a large-scale campaign to de-Sovietize Ukraine. The Ukrainian people's answer to Poroshenko's choice of Europe was to flee the country. More than 6 million Ukrainians live abroad in search of a better life. І більше всього саме страшне, що ми потеряли чоловічий ресурс. Більше 70% взрослого населення України вважає важливим для себе відправити свого дитину вчитися за границю для того, щоб він не знаходився в Україні. То есть граждане Украины не связывают будущее своих детей с Украиной. Это действительно критическая ситуация. Europe decided not to rush to integrate Ukraine into its structures. Former president of Poland, Lech Walesa, directly stated, Europe is not going to tolerate such a state. For the first time in their history, Ukrainians, tired of despair, held a protest vote. For the first time, the president of Ukraine is not a former prime minister, not an oligarch, not a politician. He's simply a comedian. Volodymyr Zelensky, born on January 25th, 1978, comedian, producer, and screenwriter, supporter of Euromaidan. He supported punitive expeditions by the Ukrainian army and Nazi military formations in Donbas. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! Давай.
With his first actions, Zelensky managed to revive the public a little. To begin with, he took up foreign investment. I actually spoke to President Zelensky when he was a candidate, before he was elected. I mean, I wished him luck. Did you think he was a good candidate for president of Ukraine, Well, I thought he was the only candidate because I knew that Poroshenko was a massive crook. Mm-hmm. Everybody in Ukraine, liberal side, conservative side, was agreed that he basically took anything that wasn't nailed down. And in the Burisma case, the only question is, did he take $100 million or $200 million? They gave the comedian like 70% of the vote. I mean, the guy was a television comedian. От для того, щоб у вас був успішний економічний розвиток, річ перша – вирішити національне питання. Тобто прийти до гармонії. Бо якщо у вас є політичні протистояння або, не дай Бог, конфлікти, будь ласка, не піднімайте питання про економіку. Будинок, який горить, не потребує інвестора. І тому, будь ласка, вирішіть національне питання. Mr. Zelensky has successfully resolved the national issue in Ukraine. On July 1st, 2021, he signed law on the indigenous peoples of Ukraine. It's almost a direct copy of the 1935 Reich citizen law of Hitler's Germany. According to the law, the second largest people of Ukraine, Russians, are not fully fledged people. Zelensky also suggested that those who consider themselves Russian to leave Ukraine. К сожалению, мы видим возрождение нацизма в мире и возрождение нацизма в Европе. И возрождение нацизма началось на территории Украины. Ситуация в Украине сегодня очень напоминает ситуацию в нацистской Германии в начале 30-х годов. И возрождение нацизма в мире становится реальностью. Слава Украине! Слава Украине! Under President Zelensky, a question was directly posed to Ukrainian society. Is Ukraine a self-sufficient state? How would you assess the current relationship between the United States and Ukraine? Is it like an equality, a partnership, or something else? I mean, Ukraine became sort of a client state of the United States. Это как протекторат Пуэрто-Рико, только без денег. Там хотя бы какие-то инвестиции размещаются. У нас вот как бы без нас решают наши проблемы. Самый яркий пример – это решение вопроса по Северному потоку-2 между Германией и Соединенными Штатами без Украины, но про Украину. According to the Constitution of Ukraine, the land is the basis of Ukraine's sovereignty. But under the terms of the EU loan, land reform must necessarily enable foreigners to gain access to the basis of sovereignty, to the land. In reality, nobody stops with simply the land. Игра в чужие интересы. Потому что в сегодняшней действительности западные страны рассматривают Украину исключительно как буферную зону и красную тряпку для России. Я особисто вважаю, і думаю, що вже більшість людей в Україні вважають, що нам потрібен міцний союз з Сполученими Штатами Америки, якесь особливе партнерство, навіть крім НАТО. І ми повинні стати, знаєте, таким щитом західної цивілізації. Я всіляко хотів би, щоб україно-американські відносини були відносинами стратегічного партнерства, особливого партнерства. І наше членство в НАТО, мені здається, це маленька толіка тої відповідальності, яку ми потребуємо відчути в безпековому питанні України. Хочу сказати, уявімо, Україна – член НАТО, 2300 кілометрів кордону з Росією. Тут робляться бази НАТО, так як у Польщі, в Прибалтиці. Куди будуть перенацілені ракети Росії? На Україну. Деякі емоції я хотів американському політику передати. Ми шепотом
шепотом кажемо: «Де наші гаранти? Ми вам повірили? Ми 8 років ведемо війну. За 8 років закінчувалася Перша світова війна. За 8 років закінчувалася Друга світова війна. А нас ще повчають Мінськими угодами 2. Я нікого не хочу оцінки давати чи дорікати, але Україна давно чекає вашого голосу. І вважаємо, що це один із обов'язків тих країн, які нас привели до ядерного роззброєння». Every year on August 24th, Ukraine celebrates its independence. They hang out state flags, sing the national anthem. And rarely does anyone wonder what exactly 30 years of independence has given Ukraine. Можливо, ми провели 30 найцікавіших років нашого становлення. Другими словами, це мірки, знаєте, мірки не фізичні. Ми говоримо про таїнство духа, і тому я скажу, що я аплодую 30 рокам відновленої незалежності української. Подивіться уважно на кожного українця, і ви за спиною побачите два крильця. Итог развития страны за 30 лет – это потеря промышленности, потеря населения, потеря территорий, выстраивание конфронтационных отношений со всеми странами, с которыми Украина имеет границу, и отстаивание чужих интересов без учета интересов собственного населения. Что празднуем? Чем гордится сейчас современная украинская власть? У нас есть самолет «Мрия», они говорят. У нас есть два самолета «Мрия». Один построен при Союзе, а второй не могут достроить на протяжении 30 лет. У нас есть что? У нас есть песни, у нас есть рубашки расписные. Но это же ни о чем. К сожалению, мы констатируем, что украинская власть на протяжении всего времени независимости Украины является не самостоятельной. Фактически Украина управляется извне. Это касается и нынешнего президента, и предыдущего, и всех президентов современной Украины. 10 миллионов человек потеряло людей. В этом году смертность увеличилась у нас на 19,5%. Мы потеряли независимость, это главное, абсолютно. Я не считаю, что мы... Я голосовал за независимость, я никогда не думал, что такое может произойти. Вот это самое страшное. Я считаю, что независимость крайне важна. Независимость – это прекрасно. Но мы не независимы. Украина не независима. В независимых государствах не приглашают послов J7 для того, чтобы они рассказали, как отбирать судей там, и не передают управление банками третьему лицу. Нет такого в независимых государствах. До независимости надо еще, над независимостью надо работать и работать. Работали 23 года и, в принципе, очень коряво, медленно, но шли вперед. Теперь откатились назад, надо будет вылазить еще из этой ямы. А так вообще всех украинцев с праздником. Once upon a time, the Lord God loved this country very much. A huge territory, fertile land, a wonderful climate, inexhaustible wealth laying just underground. He gave all this to hard-working, friendly people. For many centuries, they decorated and built it up, defeated their enemies, gave birth to children, and wanted to live in happiness and joy. But at some point, God turned away from this land. There is no peace on it. Blood is shed. People are fleeing. And everything created and accumulated over the years turned out to be plundered and destroyed overnight.
what will happen next to this once beautiful country of Ukraine? Або ж зробити нормальну державу Україну, сфокусуватися на її проблемах і робити тут систему життя і організацію його така, як в Європі. Але тут не говорити, що ось як ми підемо в Європу, то нічого не буде. Нас там не хочуть, нас там не бачать. І закривати очі на це і думати, що хтось благодіяти буде стосовно України, цього не буде. Треба самим робити власну державу. Тоді і Америка розвернеться лицем до нас, і Росія буде небайдужа. Але ми повинні бути так, як записано в декларації. Демократична, суверенна, правова, позаблокова, без'ядерна держава. Якщо Україна не зосередоточиться на собственних інтересах і не вистроїть взаємоотношення з странами, які її окружають, дружественні отношения, економічні отношения, то України не будущего як государства. Ну, чтобы достичь поставленной цели, действительно, надо выбирать правильный путь, а не ошибочный. Поэтому я все время говорю о том, что Украина должна использовать собственный потенциал и свои возможности для собственного развития. После того, как Украина избавится от внешнего управления, в том числе от внешнего управления, которое осуществляется представителями Соединенных Штатов Америки, Украина сможет восстановить свою экономику, социальную сферу, восстановить суверенитет. И только после этого Украина сможет зажить так, как об этом мечтали наши предки.